красивая, да? Это девочка, которая вместе со своими родными пытается преодолеть страшную болезнь – ретинобластому. Алиса родилась 8 августа 2014 года абсолютно нормальным ребенком. Ничего не предвещало никакой беды. По всем показателям все было хорошо. Но когда нам было почти 2 месяца, мы пошли на плановый осмотр к офтальмологу, и там поставили предварительный диагноз ретинобластома в левом глазу. Это злокачественная опухоль сетчатки левого глаза. Пройдя все обследования, нам поставили диагноз двухсторонняя ретинобластома. Это значит, что опухоль были уже в 2 глазах. Это одна из самых быстро развивающих опухолей в детской онкологии. 1,5 года родные Алисы не сдаются и борются за зрение девочки. Только благодаря добрым людям, которые откликнулись на нашу просьбу, на нашу мольбу о помощи, потому что такие большие деньги мы бы никак не смогли собрать и вылечить ребенка. Мы лечимся в специализированной клинике, которая дает 100% гарантию на выздоровление. К сожалению, это очень коварная болезнь, которая требует постоянного наблюдения. И вот каждый месяц приходится с ребенком ездить в клинику, где ее под наркозом наблюдают. Совсем недавно, в конце года, у ребенка был рецидив. Опухоль начала увеличиваться, начала расти, и ей делали очень сложные 2 операции. Алиса очень общительный и способный ребенок, любит рисовать и лепить, с радостью показывает игрушки. У нее море жизнелюбия и открытости миру. Этот человечек может научить даже взрослых способности преодолевать трудности и видеть все вокруг в радужном цвете. Еще раз хочу сказать большое спасибо фонду и фонду «Цветик семицветик», «Край добра», что они помогли, не бросили нас в этой трудной ситуации. И спасибо всем. Дай Бог всем здоровья. Реквизиты для помощи Алисе в этом сложнейшем испытании вы видите на своих экранах. Протянуть руку помощи просто, ведь чужих детей действительно не бывает.